Здарова, громадяки, с вами Джейсон, и это канал True Mania Games. Сегодня мы посмотрим на игру Steep от Ubisoft, которая должна вот-вот выйти на всех платформах. Нам предстоит играть за экстремала, который решил покорить горные вершины где-то в Альпах из Арсенала. Ну, давайте Альпы заценим. Во-первых, вот такие вот ни хрена себе горы. Вот столько вот спусков можно преодолеть здесь. Можно искупаться даже в озере, я так понимаю. В общем, мало не покажется. В арсенале нашем есть, помимо сноуборда, мы можем ходить пешком. Такой, иду по тропине снежной, а куда хрен я знает, иду, пойду я чайку лучше попью. Так, а есть еще... сноуборд, есть лыжи, есть летный костюм, и я так понимаю, что можно парашют вызвать, если вдруг совсем надоест. Но нас интересует в данный момент сноуборд и этот склончик. Погнали! Вот это скорость! Самое прикольное, знаете что, ребята? Главное не навернуться, вот что самое прикольное. Вошел! Слушайте, вошел! Вы смотрите на него. Ох ты мой красавчик! Главное не сломайся ничего. Газуй, 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 газуй. Опа! Не, не опа, не опа. Ну а хотел, чтобы была опа прям. Давай, давай, мужик, я верю в тебя. Ты можешь. Ты славный парень. Здесь как-то снега по самые яйца. Здесь даже разогнаться нельзя. Ну, очки-то дают. Я, блин, вообще мега крут. Ой, ой, что творится-то? Что делается? Люди добрые. Ой, ой, главное не сломать доску. На камнях ломаются доски очень, очень круто. И всю серию можно нахрен запороть. Ну что, поедем дальше? Вот почему он скорость сбрасывает? Я вот понять не могу, скотин такой. Главное не сломать себе ничего. Ubisoft активно предупреждает, не повторяйте это дома. Не творите, что вы там увидели в игре где-нибудь у себя дома. Потому что ничем хорошим это, блин, для вас может не закончиться. А нам потом отвечать, намекает нам Ubisoft. Нет, блин, экстремал из меня, конечно, еще тот. Начало было клевое, начало было в горах, а тут как-то уже и не клево совсем. А, у! Ну как так можно было? Ну вот как так? Ну не позорь меня. Ну чё ты, блин, ты не мог перепрыгнуть этот долбанный камушек, что ли? Ладно, едем дальше. Валуны, валуны. Валуны, валуны. И вот как-то он тут прыгать совсем не хочет. Деревья, деревья. Ну ничего, нормально. Жить будет. До свадьбы заживет. Самое прикольное, что здесь есть вид от первого лица. Если у вас вдруг вы счастливый обладатель VR-шлема, то может быть что-то у вас и получится. Видали, блин? Вот от первого лица у меня получился кульбитикус. А дальше не получается. Опять камни. Погнали, погнали. Нормаль, нормаль. Гоним, 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 гоним. VR-шлемчик одеть. И вообще, я чувствую, здесь такого можно натерпеться, что охренеешь. Уху-ху-ху-ху-ху-ху. Слушай, совсем другие ощущения, вот если так прикинуть, да? Меня даже вот в мою мониторку, ой, наглядываешься, я сквозь текстурки провалился. Вот это прелесть, ребят, ну такие косяки от первого лица надо исправлять, надо исправлять. Я понимаю, что это бета, что это возможно еще не финальный вид продукта. Ну такие косячки-то недопустимы. Куда нас вообще с вами занесло, мне интересно? Где мы, блин? Давай, давай, набирай ходу. Я верю в тебя. Ты наш герой. И чё, все? Это все? Просто долгий пролет. Да, молодец, упал, красавчик. Так, давайте посмотрим, что еще у нас есть здесь в горах. Я ни хреново так спустился вниз, но у нас есть здесь еще одна точка, можно переместиться. Ладно, тебе. Давайте возьмем лыжи. Да, победи их всех, говорит. Опа, опа. Видали, как попа я могу вилять-то налево-направо. Погнали, мужики, че вы? Че вы, не можете, что ли? Опа, вы так можете? Блин, ну я так клево начал-то, а?
Я думал, у меня почти все получилось. Они меня сейчас сделают. Стоять! Стоять, сукины дети, догоню, хуже будет. Сейчас достану мачете и буду рубить. Блин, здесь какие-то деревья. Деревья, мать его. Не, я их догнал, я уже круто. Продолжаем гнать. Продолжаем гнать. Давай, мужик. Я верю в тебя. Можно понаблюдать, в принципе, за чудесами местной флоры и фауны. И вообще не париться ни насчет каких гонок. Игра на самом деле создана, чтобы доставить вам кучу удовольствия. По крайней мере, мне кажется, что такая была задумка. Блин, сейчас я думал, сейчас будет больно. Но вроде больно не было. Просто, если вот никогда не были в горах, да, я вот, например, в горах не был ни хрена. В заснеженных горах где-нибудь, знаете, там в Куршавеле. Очень хотелось бы побывать, но вот денег нету. Зато можно за 2 косаря купить в Uplay магазине или где-нибудь купить эту интересную игру, с одной стороны, и насладиться видами. А еще прикупить какой-нибудь шлем виртуальной реальности 1030 и погонять. Опа, опа. Ой, зря. Музыку, видали, заело. Башкой треснулся. Музыку приглушили. Я, на самом деле, хотел такой кульбит сейчас сделать, но он кульбит отказался делать у меня. Что-то время тикает. Типа мне золото не дадут уже. Конечно, не дадут, я тут, блин, падаю, как этот, как салашка. Давайте вето от первого леса. Ух ты, ни хрена себе! Сильвер медал! Погнали! Да уберите вы это говно, я не вижу ничего! Все сломал, не? Нормально, нормально, нормально. Живем. Буксуй, буксуй, буксуй. Дерево! Мимо! Опа, слалом! Мафака слалом! За это должны давать очки, ребята! За это должны, обязаны давать очки! Вау! Так, на лыжах покатались, на сноуборде покатались. Осталось полетать где-нибудь с парашютом. Я должен один кульбит хоть какой-нибудь сделать. Давай, мужик, порадуй зрителя. О, почти. Я, знаете, так в детстве тоже катался, только на санках. И через себя прыгал, и в снег мы как-то... О, еду задом. Кто? Кому слабо? Еду задом, вообще просто нормально еду, так никого не трогаю. Разворачивайся, балбес. Да разворачивайся, тебе говорю, ты что-то перепутал, походу. У тебя перед не так. Ну давай ты. О! Он думал, он на сноуборде. Давай, газуй, газуй. Здесь как раз пошли вот сугробики. Сугробики нам на руку. Как-то нельзя, знаете. О! Ну, это так, это. Такой левый понт, что-то ты сделал, какую-то фигню, по-моему, лажу вообще. Опа, 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 вот это уже было более эффектно. Более эффектно. И опять он едет задом. Почему ты едешь задом, дружище? Здесь еще можно полетать. Полетать можно... Не помню откуда. Где-то прям вот было высоко-высоко. Тут, чтобы некоторые точки открыть, надо смотреть в бинокль и прикинуть, знаете, типа, блин, здесь, наверное, можно спуститься. И, типа, а почему мне спуститься? Ух ты! Сам того не желая, я готов к полету. Погнали! Белка-летяга! Белка Дельта Планерюга! Главное себе ничего не это, не того. Не подшибить где-нибудь. Деревья, 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 деревья! Провода, провода, провода! Да-да-да! Блин, там такой хардкор играет на заднем плане. Но его хрен услышишь. Я слышу только дыхание и сердцебиение. Было бы неприятно взлететь в одну из этих... только проводящих антенн этих магистралей. Было бы вообще мне круто. Пошел, блин, чего я не могу его обогнать? Мы как-то летим очень опасно на самом деле.
перебор. Я до финиша-то не долетел чуть-чуть, совсем. Еще разок. Полетели, мать твою! А вот и не догонишь. Да-да-да-да-да-да-да! Сбацайте нам рок! А чё он так низко идет, а? Мужик, ты не боишься, что ли? Ты бессмертный Дункан Маклауд! Ух ты! Сейчас вообще цепанул кончиком прям! А можно я ему по мордасам надаю прямо в воздухе? Давайте ему за кольцо дерну, чтоб мне парашют раскрылся. Сакет! Козёл! А ну стой! Да я не хуже будет, я тебя порву на лоскуты весь твой костюм. Опять я же ту же самую херню делаю. Давай, 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 тащи! Да! Упси! Silver Medal, козёл, я же был первым! Это была жопа. Здесь можно... Мы вот как бы вот здесь вот так вот смотрим, такие типа думаем, куда же, блин, тут залезть? И хер его знает. Вот честно, хер его знает. Нам предлагают воспользоваться картой и куда-нибудь, блин, посмотреть. Типа куда-нибудь сюда, наверное, да? Типа... Да, посмотри в свой бинокль. Ну я хочу, не знаю, где-то вот здесь вот. Вот давай вот здесь, короче. Ну давай здесь, я прям чувствую, здесь смертельно опасно. Как-то она должна то ли зеленым загореться, блядь, то ли каким-то она должна загореться. Я хрен его знает, если честно. Тогда мне... А, вот. Мне подсвечивает, я типа увидел такое, и типа, блин, пипец, как круто. Ну чё, я готов, чё. Можно катить куда угодно, как угодно, вообще вас никто не ограничивает в свободе передвижения. Но здесь так круто, блин. Блин! Я уже чую, я качую. А это что за хрень? Мы так не договаривались. А, у. Как это проскакивать-то? Не, вот эту хрень можно проскакивать. Но я пока не знаю как. Поехали дальше. Не обращай внимания. Спокойно. Не-не-не, сломает сейчас все, сломает же, сказал же, не слушает никогда меня, делает все по-своему, вообще меня не слушает, это даже не я играю на самом деле. Да нет, шучу, конечно, я. Кто еще может так нубить? Уаааа, поехали. Оп. Ну. Я, конечно, понимаю, это, конечно, все очень круто. Я что-то нашел еще по дороге, ехал и нашел. Газуй, дружище! Нормуль приземлился. Оп. Нет, ну ты чё ты, какой-то ты мужик. Надо дорабатывать игру. Нет, вот задуманные трюки не получаются, это косяк. Игра должна помогать вам. А она вам, блин, ломает кости только. Йоу, чё здесь у нас? Опять хрень какая-то. Ну хрень же. Ну ты же можешь, мужик. Ай да, везде эти камни. Мать их так за ногу. Давай, газуй. Опа. Красавчик. Хоть что-то показать можешь. Напоследок, на старость лет. Порадовать дядюку. Ота, молодец ты мой сладенький. Я прям тебя уговаривать должен, что ли? Чтоб ты кульбиты мне показывал. Ну-ка давай сделай что-нибудь страшное. Страшно вошел башкой в суперёп. Молодец. Лучше, чем ничего. Порадовал зрителей зато.
Главное вовремя доску отпускает, знаете, вот, блин. На самом деле, ребят, надо Тони Хоука возрождать. Вот это была тема, вот это было весело во времена моей молодости. А сейчас что, серию сгубили, погубили все. И вот только вот спустя хрен знает сколько лет, наверное, для VR все-таки выпускается данная хреновина. Зато весело обоссаться. Все-таки для VR, скорее всего. Но вот бабки не ходят для VR. О, ты молодец, слушай, ну ты же можешь, когда хочешь, а? Давай, газуй. Тут особо-то больше серферы. Меня, конечно, те ребята, которые сноубордингом занимаются, они, конечно, меня бы тут сожрали с говном, сказали, ты что творишь, мужик, так никто не делает. Но я-то не профессионал, я любитель, человек первый раз игру запустил и пытается повеселиться, не судите строго. С вами был Джейсон, канал True Money Games, это был Стив, который вот-вот выйдет скоро в Uplay. Да и вообще везде выйдет, для всех платформ, мне кажется, и будет стоить 2000 рублей. Опа. Красавчик, молодец. Отрекламировал как надо. Да не, на самом деле, просто так зашел, решил вам показать, без всяких там злых умыслов. С вами был Джейсон, канал True Money Games, надеюсь на ваши пальцы вверх, и подписывайтесь на канал. Здесь бы еще сюжетную кампанию веселых ребят и какую-нибудь трагедию в горах. И можно снимать хоррор. Пока-пока. Так, гора. Опа! Хрен там у него, ни хрена. Вот, молодец. Достойное завершение.